troubles with coming around and try to shoot over her, and that's not so clever, I think. And then Kuban get a lot of counterattack against us, and then we lost. I think that was the main for the match. And then in the second half, Kuban made 9 goals in counterattack, and then for us that's not so very good, because in the first half they only had 2, and we know that Kuban is a good team that likes to counterattack a lot. So I think the first half again was good for us, but the second half was not so good. So we just have to fight. And now we are going to play against the French team 2 times in a week, and there we have to have some points, because I think Kuban is going to win the group, and then we have to go for the second place. Of course, I agree with my coach always, and I think first half is good for us, and then second half we have troubles with the counterattack. But I think it was a good job with the Kuban girls, and the atmosphere in the arena was super. So it was. Besides, we don't like to lose the game, but it was nice atmosphere. Хочу, конечно же, поблагодарить команду соперников. Действительно, игра была очень тяжелая. Это показал особенно первый тайм. Ковели 4 мяча, расслабились, начали проигрывать. В перерыве поговорили, разобрали ошибки. Вот, во втором тайме побежали. И более с холодной головой, наверное, подошли ко второму тайму. Вратарь очень много помог. Вот, отдельное спасибо. Отдельное спасибо болельщикам. Зал сегодня вообще не замолкал. И это силы, наверное, придавало. Вот, поэтому спасибо большое. Вторая половина первого тайма полностью провал. Выброшены мячи. Мячи выброшены прямо в створ вратаря. Если правду говорить, бросали прямо в руки. После этого идет контратака. Ну вот здесь игрок сидит, который совершил нам 4 контратаки. Вот, я считаю, что это неправильно. Вот. И, то, что говорят красиво, это для девочек все красиво. Для меня не очень. Сегодня Самарская неплохо стояла, надо отдать должное. Ну и Антонина Скоробогаченко. Но вот эти всплески, я считаю, мастер — это когда определенный уровень игрока должен быть. И он не опускается ниже этой ватерлинии, иначе захлебнется. Вот. Поэтому, вот вы сами видели, и раз сыграет, где-то раз провалился, раз играет, где-то раз провалился. Ну, это говорит о том, что команда еще сырая. Есть позиции, которые у нас очень проблемные. Но то, что команда Норвегии сегодня играла здорово, мы просматривали несколько игр, я лично просмотрел 2 игры их, игра с Виборгом и предыдущая игра, привозили. Там немножко они по-другому выглядели, сегодня они бились, мне показалось, по-настоящему. Вот. И ответная игра у нас очень будет тяжелая, уже все друг друга знаем теперь, кто кого надурит. Но то, что касается нашей русской души, у нас есть одна особенность русских. Это такой секретное оружие называется. В перерыве приводим, рассказываем секрет команде, и они начинают бегать. Но иногда, ребят, вот в таком случае иногда может не повезти, понимаете? Вот повела команда Норвегии, а теперь пару атак отстояли, вратарь скушал, и все, и каждый уже боится бросать, каждый боится брать на себя игру, и результат. Ну, сегодня во втором тайме
Я не знаю. Появился, родился левый полусредний. Наверное, надо пойти туда, потому как звезда в Ислиеме, так и здесь. Появилась звезда. Единственное, самое страшное, они появляются, потом куда-то в небытие сваливаются. Знаете, напоминает. Нажал одну кнопку, раз и смыло полусреднего. Очень тяжелые игры дальше будут. Очень тяжелые. И надо пытаться их, конечно, выиграть. Хотел бы поблагодарить всех зрителей, журналистов. Спасибо. Сегодня вы меня приятно удивили. Зал был достаточно полон. Ну, там некоторые дырки были пустые, но думаю, что люди заняты немножко были. Вот, спасибо вам огромное, что отнеслись сегодня к нашей игре. Ну, думаем, я надеюсь, что я до того времени доживу, когда будет команда выходить и повторять те подвиги, которыми сейчас ходит Александр Иванович Горбица. Мне бы так хотелось.